конкурс интернет-магазина «Лабиринт». Дети читают стихи. Шарова Софья, 5 класс, гимназия номер 3, Дубна. Михаил Танич. В 0 часов и 0 минут. Новый год, он раз в году. Так что же он копается? 9 стул его, 10 стул, а глаза слепаются. Дед Мороза всюду ждут. Он придет пешком. 0 часов и 0 минут. Голубым мешком. Слышу, кружится земля. На часы гляжу. Ой, до этого нуля я не досижу. На часах 12 бьет. Кто же виноват, что приходит Новый год, а ребята спят? Спасибо.